Всем привет! Сегодня у нас обзор курятника. Сейчас пособираем яйца, которые сегодня снесли наши вот эти вот курочки. И посмотрим цыплят. На улице стоит жара. Они бедные, не знают, куда деться. Уже вы накопали себе ям. Дал чуть-чуть пшеницы. Оп. Ну, как они кушают пшеничку. Давайте посмотрим, сколько они сегодня снесли яичек. И закроем дверь. Так, возьмем лоточки. Тут у нас курочки, конечно, тут накакали, у них тут маленький беспорядок. Ну ничего, оп. Первое гнездо. 4 штучки. Яички крупные. Тут уже курочки несут крупные яйца, которым уже года 3. У меня тут есть и 3 года курочкам, и 2. И белые курочки, которых 11 штук. Это там ломаное, вот видите. Жарко им ходят. Вот налил я им водички, они тут ходят пить. Второе гнездо. Сколько у нас там? 5 штук. 5. Ложу им такое деревянное яйцо, чтобы мало захочется им там поклевать. Будут клевать и не разобьют. И перестанут. Тоже посмотрел на одном YouTube канале. Ложат в яйцо, в гнездо яйцо такое, чтоб курицы не расклевывали яйца. Вот в этом, в третьем гнезде, 4 штучки у нас. Так. Одышка как у собачек. Курочки дышат, и аж слышно сюда. Такая дышка. О, вот это вот самое у нас такое гнездо. Видно, находится в самом темном углу, где не любят нести яйца. Смотрите, сколько тут. 7 штук. Так. Сколько они у нас сегодня? Яйцо огромное. Вообще. И несутся так каждый день. Хоть курочки некоторые старенькие, но... Ух ты! Посмотрите, ровно. Получилось 2 десятка. Молодцы, курочки. Так, давайте сейчас посмотрим еще цыплят. Так, вот наши цыплята в клетке. Сейчас посмотрим. Вот. Тоже им жарко. Вот им уже наступил месяц. И сколько сегодня? Месяц и 2 дня. И смотрю, петухов тут у меня просто немерено. Одни петухи. Курочек вообще практически нет. Вот это повезло. Вот едят они до сих пор вот с этой кормушки. То, что я уже говорил, очень удобное. Ну, вот тут вот я порассыпал. Это я уже порассыпал. А так кормушка очень классная. Я рассыпаю, так что... Ну, они уже так выросли. Им надо уже другую кормушечку. Вот один цыпленочек он. Курочка. Маленькая, что-то она... Совсем маленькая, она же приболела. Сегодня утром думал, что все, уже не выживет. А сейчас уже бегает. Взял, кстати, сегодня поехал на базар. Тоже на этой неделе у меня один цыпленок пропал. Поехал и купил. Наверное, антибиотик. Дали мне какой-то порошок. Даже...
И забыл, как называется. Вот развел я им здесь в поилке. И на втором этаже тоже буду пропаивать на протяжении 5 дней. Тоже вот они у меня тут. Вот второй этаж. Тут на втором этаже их поменьше. Чтобы они, пропою их 5 дней, лишним не будет. Ну вот видите, вот молодочка. А тут одни петухи. Ну ничего. Петухи тоже вкусные. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.